Всем привет! Сегодня мы хотим поговорить о такой теме, как качественные услуги. Наверное, каждый из вас, и мы в том числе, мы всегда хотим получать качество, правильно? Мы хотим, чтобы мы были тем самым важным клиентом. Мы хотим, чтобы мы были значимой персоной. Неважно, что мы делаем. Звоним по телефону, мы хотим услышать внятный ответ. Покупаем что-то в магазине и так далее. Мы всегда хотим получить качественную услугу. Ну, давайте приведем пример. Любая девушка, когда приходит в салон, она хочет, чтобы ее встретил красивый администратор. Она хочет, чтобы ее мастер, который будет делать ей маникюр, немножко с ней пообщался, сделал красивые ногти. И всегда все это делал с улыбкой и с хорошим настроением, чтобы она вышла, заряженная позитивными эмоциями и с красивыми ногтями. Это как вариант. Ну, например, мы то же самое можем заказывать какие-то товары. Мы всегда хотим, чтобы нам пришло все без брака, без каких-то изъянов. К нам должен прийти 100% классный продукт. Это каждый из нас точно знает и уверен. Ведь мы за это платим деньги и хотим получить качественный продукт. Что самое главное, что когда мы обращаемся в такие компании и получаем результат или хороший, или плохой, мы имеем право с вами подать на их гарант качества, то есть свои услуги отстоять. А теперь давайте подумаем про наше агентство, свадебное агентство, которое предоставляет свои услуги, или все-таки вы организовываете свадьбу самостоятельно. В чем разница? Ведь когда вы начинаете организовывать свадьбу самостоятельно, никто из ваших подрядчиков, я на 100% уверена, не дает вам 100% гарантии качества. Не дает гарантию на то, что он приедет вовремя, что он проведет мероприятие правильно, на то, что фотографии будут готовы вовремя, на то, что артист приедет в назначенное время и сделает ту программу, которую вы оговаривали. Праздничное агентство или свадебное агентство, неважно, куда вы обращаетесь, это такая же компания, это такой же салон или такая же фирма, где вы получаете именно то, что вы захотели. Вас встретят, вам дадут чашечку кофе, с вами поговорят, пообщаются. И самое главное, на все услуги, которые предоставляет агентство, вы получаете тот самый гарант качества. Мы даем не только гарантию, мы даем еще и уверенность в том, что ваша свадьба пройдет именно так, как вы это запланировали. Ведь это самое главное, чтобы та картинка, которую вы себе представляли, на самом деле свершилась, да, на самом деле была такой, как вы это видели себе заранее. Да, поэтому никогда не сомневайтесь, и давайте уже будем расти вместе во всем мире, в Европе, в Америке. Это нормально. То есть агентства — это такие же компании, как и другие, которые занимаются своим делом, и там работают профессионалы. Поэтому свадьба — это такой же глобальный вопрос для девушки, как ногти, волосы и все остальное. Поэтому обращайтесь к профессионалам, и вы получите 100% гарантию. Организовывайте свадьбы качественно.